Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Вот, солнышко выглянуло, но мы, наверное, будем вот так снимать. Так, украшения у нас будут сегодня от нашего уральского мастера в Низельбире. Я уже говорила как-то в видео, что уральский мастер сам огранщик. И камни отдает в работу мастеру по серебру и мастеру по низельберу. В данном случае у нас сегодня низельбер. Вот в таком классическом исполнении двойная шиночка. Смотрите, все, что я сегодня показываю, имеет вот такую конструкцию. То есть я могу чуть-чуть уменьшить, либо увеличить. Вот так, сказочный просто дымчатый кварц с богатейшим внутренним миром. На солнышке прям очень долго можно его рассматривать. И шторочки, и пузыречки, и чего только нету. 17,5 размер, 2000 рублей. Вот так будет на вашей ручке. Сказочный камень. С высокой прозрачностью. Серьги с розовым кварцем. Вес одной серьги 13 грамм. Посмотрите, это вот так будут на солнышке. Солнышко нам сегодня в помощь. Дымчатый кварц с эффектом астеризма. Вот прям две звездочки. Красота из красот. Крупные камни, и прям будет очень дорого смотреться. 13 грамм вес одной серьги, 4000 стоимость сережечек. Аквамарин Забайкалье. Так, швензы у меня есть серебряные, могу поменять. Серебряных швенз два вида, маленькие, кругленькие, и длинные на любой прокол с занижением штифта. 600 рублей стоит серебро. Если вдруг нужно будет поменять низельбер на более классические, скажем, серьги, я поменяю бесплатно. Занижение штифта есть на любой прокол и среднюю мочку. Так, это аквамарин Забайкалье. 18 размер, 2500 рублей. К этому... Вот так, наверное, все-таки. К этому кольцу есть вот такой шикарный подвес. 2500 колечко, 2500 подвес. Как нам солнышко сегодня в помощь, а? Цитрин Бразилия. Вот так на солнышке. Тоже идет с, смотрите, со звездочкой, с эффектом астеризма. Вот такое колечко. Колечко стоит 1500 рублей. Серьги стоят 3000 рублей. Комплект стоит 4000. Колечко 17 размера. Вес одной серьги 4 грамма. Серьги стандартные на любой прокол и на любую мочку с занижением штифта. Флюорит размер 18,5. Зеленый с сиреневым, такой полихромник. Вот, вот еще и вот с такой радужкой. Обратная сторона. Стоимость кольца 2600 рублей, 18,5 размер. Две броши есть у меня. Это серпентинит или змеевик. Основным их полезным свойством змеевика является усиление действия лекарственных препаратов, в том числе и химиотерапии. 2000 стоит большая брошь, и 1500 стоит маленькая. И дай Бог вам, нам всем здоровья. Так, второй ряд. Агат глазковый, розовый. Вот он прям глазик. Или рыбка. Агат не крашеный. Это природный его цвет. 2100 рублей. И вот к этому подвесу есть
Вот такой агат глазковый 18 размера. Любое украшение 2100 рублей. Смотрите, шинка одинарная на агате. Это сапфирин вот с такой природной кварцевой пещеркой. Вот, она переливается. Вот сейчас посмотрите. Вот он, кварц переливается на солнышке. И вот такие замечательные вот там стеночки. Шикарнейший сапфирин, 2300 рублей, двойная шинка 18 размера. Азурит набор. Можно отдельно, все, пожалуйста. 4500, 5,3 грамма вес одной серьги, серьги на петлях. Колечко с одинарной шинкой 19 размера. Вот такая сказка, солнышко нам в помощь. 4500 стоимость набора. Если вдруг нужно что-то по отдельности, пишите, звоните. Всегда отвечаю на все звонки. Если вдруг так случилось, что не отвечу, значит, перезвоню, как буду свободна. Смотрите, это шерловый кварц. Красавец, красавец кварц. И солнышко прям его освещает. Двойная шинка 2300 рублей 18 размера. Есть вот такая брошь. Смотрите, красота. Брошь стоит 1900 рублей. Шикарная. Шикарное кольцо, двойная шиночка. Празиолит. Вот, смотрите, что я не могу показать никак при искусственном освещении на солнце. Вот он, прям натуральный празиолит. Колечко стоит 1500 рублей, 18,5 размер. Есть у меня к этому колечку серьги. Серьги стоят 3000 рублей. Высокая прозрачность никак прям не дает мне показать его вот при искусственном освещении. Ну вот солнышко нам всем в помощь. 3000 стоимость серег. Набор стоит 4000 рублей. Солнечный камень. Солнечник. Вот он. Вот солнечник. Смотрите. 1700 рублей 18 размера. И вот такой шикарный подвес тоже 1700 рублей. Кунцит. Великолепнейший кунцит с эффектом кошачьего глаза. Кунцит полупрозрачный, высочайшего качества. Смотрите, но, к сожалению, размер 1800 рублей стоит любой. А вот размеры 18,5, вот без косички, а с косичкой 15 размера. Вот кто просил, все, пожалуйста, 15 размер и размер 18,5. 1800 рублей любое колечко. Третий ряд. Это индийская или змеиная яшма. Двойная шинка, огромный камень 19 размера, 2500 стоимость этого шикарного кольца. Ларимар Доминикана. Колечко небольшое, но и цена невелика. 1900 рублей 17 размера. Вот так, если я солнышко чуть прикрою собой, то оно будет вот так. Солнечник. Смотрите, какая красота. И здесь прям переливается. Так, вот закрываю, и вот он. Вот это то, что вижу я. Ну, давайте еще раз на солнышке полюбуемся. Солнечником на солнышке. Колечко 2000 рублей 18 размера. 1800 стоит подвес. Из одного камня выточены. Поэтому прям четко-четко подвес к
кольцу. Хромдиопсид колечко высочайшего качества. 2000 рублей. Размер 19. Хризопразы. 3 штучки у меня есть. Давайте их вот так посмотрим. Высокая прозрачность и очень характерные для хризопразов и желтенькие включения, и черненькие. Вот так они будут на солнце. Еще и белые облачка. Хризопразы Казахстан. Стоимость 2000 рублей. К сожалению, все размеры 17,5. Очень чистенькое колечко. Очень. Ну и камешек не очень большой, но чистенькое. Так, вот такое есть еще капелька и чуть желтоватый носик у капельки. И смотрите, на солнышке вылезает вот белое облачко. Вот такое, вот такой фантомчик. Белый вылезает, но это на солнышке. 17,5 любого размера. Есть у меня два подвеса с аквамаринами. Аквамарины Забайкалье. Вот так это будет при искусственном освещении. 2500 любое колечко. Так, это у нас агат 19 размера. Агат глазковый, 1900 рублей, 19 размер. Шикарнейший камень. Яшма Пикассо, огромный подвес. Стоимость 2500 рублей. Вот такое море. Море морское. Очень стильные летние серьги. Лазурит Афганистан. С редким рисунком. Швензы на мелкую среднюю мочку ушка и занижение штифта есть. С длинной задней, длинной прижимной лапкой не будут выскакивать из места прокола. 5,1 грамма, стоимость серёг 2000 рублей. Дымчатый кварц. Потрясающий экземпляр. Красота из красот. Эффект астеризма присутствует. Шикарнейший камень. 19 размера, 2000 рублей. Моховый агат. Прозрачный. Вот так на солнышке. Вся красота у нас с вами только на солнце видна получается. 2000 рублей. Петерсид. Петерсид, вы знаете, вообще не могу показать. Не при... Ну вот смотрите. Смотрите, какая красота. Вот такая полусфера. Камень круглый. И петерсид 18,5 размер. 2100 рублей. Японские мотивы. Или китайские. Нет, скорее японские. Цветной обсидиан 1700 рублей. Вот такой подвес. Неиссякаемый источник энергии для гипотоников. Знаю, применяю сама. И вот. Так, это чароид. Показываю его прям со всеми включениями. Вот такой. Такой. Пейзаж. Включение в чароите. Смотрите, рыжий. Это тиноксид. И рыжий идет еще и с перламутром. Белый перламутр. Это полевой шпат. И черный эгерин. Шикарнейший подвес, просто шикарный. Вот так это все здорово на солнышке. На этом, так, подвес стоит 2300 рублей. На этом я хочу закончить свой сегодняшний показ. Будьте здоровы, всего вам самого-самого доброго дня.